Германии, город Шверин, перекресток больших дорог. Город окружает огромное озеро, около 80 километров длиной, торговые пути, и был построен такой огромный замок. Строительство его началось в 1160 году, окончательное завершение строительства было в 1835. Ну вот, такой красивый замочек. Говорят, это жемчужина европейского зодчества. Вот у нас такая рамка, которая открывает вид на озеро. Причал, можно взять прогулку по озеру. Я уже говорил, озеро очень большое, живописное. Ну и вот такие влюбленные парочки. Вот у нас открывается обратный вид, не центральный, а вид на озеро из замка. И вот сейчас посмотрите, чем вам не пруд Моне. И мостик, и ивы, и лебеди. А осенью еще и кувшинки. А вот и для любителей пионов такие цвета, и раскрывшиеся, и полураспустившиеся, и совсем опавшие. Огромные. В центре города находится еще одно озеро с прекрасными аллейками. Как обычно, лебеди должны быть где-то, да, есть лебеди, фонтан. В общем, место, знаете, для художников и путешественников, которые любят необычные красивые городочки.